Добрый день, меня зовут Алан Шум, и сегодня мы находимся на стадионе Сконта, где состоится грандиозное событие — чемпионат Латвии в высшей лиге между такими командами, как Рига Футбол Клаб и Спартак Юрмала. Ну а также, после жаркого матча, нас ждет развлекательная программа, где вы можете стать не только свидетелями, но и участниками различных викторин и конкурсов. Ну а напоследок я оставлю самое пикантное. Людей я поймал. Это же директор Годвилла Сергей Васиков. Настроение отличное, погода то, что надо, все путем. Как дела в шоу-бизнесе? В шоу-бизнесе? Скоро у нас будет концерт группы «Пятница». А за кого будете болеть? Конечно, за Ригу. А спортом вообще занимаетесь? Нет, болею. Как болельщик, понятно. Спортсменов, бойцов. И сегодня всей командой пришли поддержать столичную команду наших, скажем так, коллег по спорту. Мы сами рижский клуб и болеем за футбольный рижский клуб. Гарсавокс колоссал, сеньор. Саул спид, лёд лаба атмосфера. Даудз дажад пасакум. Мес на тем Густавито, главное, лёд форш музык спеле. Все ждут битву титанов, потому что сегодня соревнуются такие команды, как Рига и Спартак Юрмала. Во время перерыва есть маленькая забава, и фанаты могут посоревноваться с профессионалом и постараться забить ему гол. Как игра? Как оцениваешь игру? Ну,
игра была тяжелая, счет 0-0. Конечно, все расстроены, хотелось выиграть. Было жарко, не реализовали моменты. Тяжелая игра. А как ты думаешь, если всем игрокам сделать один наушник в ухо с любимой музыкой мотивирующей, игра будет лучше и активней? Может, будет активней, но мне кажется, это все будут бегать в разные стороны и будут отвлекаться. Сыграю, считаю, достойно. Единственное, конечно, хотелось бы добиться положительного результата в плане 3 очка. А вас мама ругает, дает вам, так сказать, люлей за плохую игру? Дает, и папа дает, и брат дает, все дают. Замечательный матч. Жалко, конечно, что гол не забили, но так супер. Очень понравился. Настроение отличное. Сегодня отличная погода, отличная атмосфера. И начинается сезон футбола. Музыка, и смотри, шашлык, пиво. И ну как приходишь как на барбекю, можно сказать, гости. Посмотрел футбол и еще... Развлечься можно. Моя команда футбол-клуб «Срига». Приглашаю всех поддерживать футбол-клуб «Срига». Ты смотрел сегодня футбол? Да, смотрел. Много борьбы было, и эмоции очень положительные. Мне понравилось. Настроение прекрасное, погода шикует, матч изумительный. Yeah.